Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Play Market, Фуфло, All TV, Дарт Прыщик, Венера и Тучка, Конек, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Скачал классную карту, похоже на лабиринт с этажами, и будем убегать от монстра Poppy Playtime. Кстати, их обновили, будем посмотреть, что они могут. Если 5 секунд тебя победит, а мы начинаем выживать. Эй, Play Market! Туда. Ну, пацаны, мы же должны хорошо тащить, вы чё? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд обязательно, и в Инстаграм можете посмотреть, как я живу. Пацаны, мы прилобались, да, убегать от него, вы заметили? Да. Тут ничего сложного ж нету совсем. Вы ко мне привёл. Блин, это очень опасно. Ребята, знаете, я так напряженно играю, прям слышу, как все орут. Там умер человек, а я хочу жить, помогите, спасите. А! И Тучка. Опа! Нет, да блин, меня убили! И Тучка! Ну пожалуйста, ты теперь должен меня будешь убить? Ну, да, наверное. Пожалуйста. Ну пожалуйста, не убивай меня! Ты запомнил мой скин? Нормально? Спасибо. Я убил. Ну, Дима, ты класс Д, я запомнил. Yes, я прям по башке пробежал. Вы видели, как это было эпично? Но при этом я живой. Так, перекличка, пацаны, пока я еще живой. Кто живой? Я. Да нет. Все. А, мы с Масом ТВ. Мы с тобой вдвоем живые, да? Да. Я надеюсь, что ты проиграешь. Спасибо тебе, Рад. А он использует читерское оружие какое-то. Я видел, он быстро бегает. Ты чё так быстро бегаешь? Нет, пожалуйста, убей. Да е! Да ну блин! Хорош. Да блин, тот игрок нечестно играл, как он быстро бегал! Раунд номер 2 буду начинать я. Посмотрим, кто же из пацанов очень хорошо играет. Так, я хочу первого убить. И Тучку. Фуфлика можно. Не, ну можно и Тучку, в принципе. А я Фуфлик, и меня вообще с самого первого назначили на убийство. Ты чё? А у меня вообще... Саня! Засекай минуту, кого я убью. Минута. Не, ну ладно, чуть-чуть быстрее. Так, первый пошел. Ребята, смотрите, как я сейчас четко и буду всех мочить. Так, давайте выслеживать жертву. Слышу. Значит, да. Надо бежать сюда. Жертва аборта, резко, да? налево. Да. Тут направо. И вот тут игрок, по-любому. Вот тут где-то кто-то есть. Топ пудов. Чувствую запах. Так, запашок. Запах отсюда идет. Так. И это запах. Венера, ты в каких штанах? Ой. Он сегодня в чистых. У тебя коричневые штаны на жопе? Да. Там просто, мне просто запах такой, вот я чувствую, что ты где-то рядом. Но ты не на месте стоишь, ты бегаешь, скорее всего. На месте. Потому что запах по всей карте распространился. Это отсюда. Огурцы вонючие! Стоять, кому я сказал! Мочи его! Кому вот это, а? А меня зачем? Я же добрый был. Добрый был. А теперь я буду злым. Ребята, смотрите, на самом деле, какие они гигантские спамятся. Я их просто уменьшаю. Если не уменьшить, он просто на всю карту будет. Давай чуть побольше, чтобы я быстрее бегал. Во. Помощь нужна, Санька, убить. Да я сейчас убью. Я не знаю, где человек находится. Ты что, офигел? Эй. Кто еще живой? Я. Анина Канина. А трой. Пацаны, вы где-то заныкались прям очень сильно, что ли? Не-не-не, вообще нет. Дима, один человек по-любому, где слон? Хорошо, иду. Вот, вижу, чилипиздрик, стоять! Я его должен убить, я должен это сделать лично сам своими ногами. Есть! Есть, Идучка! Я знал, что я тебя убью! Дима, там тупик был. Блин, я так мечтал, но с самого начала я же сказал, что я тебя убью. Говорил? Говорил. А ты мне не верил. А надо всё. Мне верить. Рот закрой, все. Эй, обидно, да, что тебя убил? Ну хорошо. Да. На обиженных что делают, правильно? Балконы падают. На тебя харкают. Эй, а я ж не обиженный, ты ж обиделся. Поэтому ты весь захарканый. Что, я забагался, на? Да, я вижу. Так, я не вижу игроков. Может, мы всех убили, кого мы тут ищем вообще? Я нашел двоих тут. Они вот огурец и Бокс Банни. Нет, иди отсюда, и Тучка. Я нашел Фуфлика. Давайте спрыгнем. Вижу. Давайте его в воздухе попробуем убить. Обманул. Идите отсюда, вот. Огурец-то нормально там тебе стоит? Пойдет? Да блин, я залагал. Пацаны, а что теперь делать? Как нам его достать? Я знаю, как его достать. А, не надо, на такие штуки прыгаешь, оно, короче, заваливает. Вот огурец убежал!
Я бегу за ним, я его должен убить. Ребята, если его не убью, я буду очень сильно опечален. Да? Вот ты правильно я и сделал, я его убил. Я один остался. Один? Фуфлик, ты опять выиграл? Нет, я. Нет, я еще. А, двое. Вот, вот он, Санек. Ну давай, я его жду, я его, тут проходное место очень. Вижу огурца вонючего, так. А, огурца я ж убил, все понятно. Нашел. Да, Санька убили. Отлично. Ладно, Фуфлик, Васта. Честно. Так, и кто у нас победил, получается? Фуфлик. Фуфлик, давай, мы теперь должны тебя замочить. Должен продержаться 2 минуты, время пошло. Лох какой-то. А что ты на него так говоришь? Зачем ты на лоха говоришь лох? Это потом у меня. А это потом. Я почти убил его. Ну блин, я умер. Выходи. Все, он умер? Да, он падение. Да, у меня 10 хп было, я его каждый раз... Ну все, Фуфлик, теперь ты и начинай. Раунд номер 3. Я слышу, как мамочка длинные ноги ржет. Я буду контролировать все стороны одновременно. Очень опасная ситуация. Я на ней ржать буду. Ты думаешь? Да, чтобы ей обидно было. Давай. Ой, Плеймарк сейчас дох. И точка, ты где? Во, идет. Вот он. Идет. Так, ну я успел убежать, потому что когда один монстр, это очень легко. Нет, ты думаешь, я буду спрыгивать? Ну зачем? Да, прыщ, ну что ты исполняешь? Ну хорошо же все было. Блин, теперь их двое. У меня зависло. Нет, я не буду спрыгивать. Ты думаешь, я всегда умный? Я очень умный. Компьютер взорвался просто. Компьютер взорвался, отлично. Да. Поднимаемся наверх. Я прям слышу, как сзади идет этот монстриха вонючая. Я видел Диму. Молодец. Видел я Диму. Привет. Я вас вижу. Блин, когда пробегаешь тоненький коридор... Извини, этот... Блин, так когда пробегаешь тоненький такой узкий проход, очень стрёмно. О, смотрите. А, упал! Ля-ля-ля, я дал ловушку, загнал монстра. Дима у нас тут... Ой-ой-ой-ой. Пацаны, вас там много. Ну все, прощайте. Так, есть. Плеймарк слился. Один всего? Я думал, там все погибнут. Молодцы, пацаны, хорошо держитесь. Очень. Не, Дима, там я должен держаться. Офигите! Ты чё за мной, отстань. Ой, банза, привет. О, Дима, привет. Так спокойно мне стало вообще. Ой-ой-ой. А блин, ты меня палишь, я так хорошо здесь сидел. Я? Ой. Блин. Беги, вот идет, монстр идет. Не, дружище, будем по кругу Дима. Ходить, но я падать не буду. Вы что, говорится, сговорились все падать? Хорошее место, отличное просто. Управляется они... Вот, смотри, еще один кончепотовский бежит. Я свой чайный. Хорош. Отлично, ребята, вы видели, как я сделал это профессионально? Дима, привет, ты пробежал меня. О, Дима, привет. Это... Я перепрыгиваю ямы, скалы и везде. Помогите. Эй, ну куда ты побежал? Блин! А блин, да ё-моё, я так дёрнулся! Да господи, он меня обманул, пацан. Ладно, ладно, обманул, красавчик. Ты ещё живой? Я буду мстить сам за себя. Я живой ещё. Уйди, Дима, отстань. Уходи, я тебе даю фору, я не буду тебя сразу убивать. Даже если бы ты рядом появился. Ой, что я сделал? Пацаны, я не то нажал, извиняюсь. Да нажал, everyone clear. Повезло кому-то, кто уже был там при смерти. Я перерываю. Может, надо режим полета отключить, потому что есть хитрожопые у нас некоторые люди. Хорошо, такие геймеры. Это ты. Так, погнали. Идите там. И туча! Вот, раз. Ну и тусичка. Блин. Ой. Так как ты? Ну зачем вы меня убиваете, если никого рядом нет? Вы что, мочите специально двоих своих? Да. Убили и точку? Я случайно спрыгнул. Молодцы, я рады. Плохо, конечно, что не я это сделал, ну ладно, пойдет и так. Тебе нельзя, тебе не разрешено. Так, вон скелет еще, да, живой? Да. Я еще ЛТВ и Бакс Бунни. А, у вас еще много. О, Бакс Бунни! Бакс Бунни. Смотрите, я его сейчас обманул, он думает самый хитрый. Пацаны, конечно, как всегда, друг друга мочат. А я буду мочить Бакс Бунни. Тут где у ямы, короче, этот, куда? Все, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Да блин, я считай, его ударил! Спасибо тебе, Санек. Иди, гони его сюда. Гони. Че, я ушел тогда. Ой, Санек, если бы не Санек, я бы не умер. Да я какой был... Санек? Да сразу он не выбегал. Да что ж ты делаешь?
Да куда ты летишь? Блин, непонятно, кто кого убивает. Ребята, начинается вакханалия. Я, короче, убиваю всех. О, скелентокс. А, ну значит, я тоже убиваю. Извини, извини. Я прям слышу запах скелета. Все, Димас, Венера слился. Венера! Я сам себя убил, я от силы притяжения умер. Ну, я, кстати, прыгнул. Гравитацию еще не отменяли, ну, даже в Гаррис моде. Один остался. Один ты остался? Да. Ну, потому что я затягиваю. Ну, конечек. А может он в животе слона того бронзового? Да-да-да-да. Заныкался. А можно бегать тут? Нет, не слон. Быдло вот это. Во, я, короче, буду так стоять, если что, на него спрыгну. Ой, надо загородить проход. Вот. Я нашел его. Фига, Дима своим путем заградил проход. Не, ну я думаю, что он по-любому где-то будет пробегать здесь, я убью его случайно. Не, ну я не против. Вот он, видите, о чем я и сказал. Блин, ну я знал, что так будет. Да блин, скелет вонючий, давай умирай, а? Да, он... Нет. Он очень хорошо играет. Я убил его. Молодец, хороший, молодец. Я отомстил. Почему? Так, пацаны, берите все монстров. Ребята, третий раунд ПВП. Каждый монстр сам за себя. Я должен выиграть хоть в этом раунде. Я же не должен сюда проигрывать. 3, 2, 1. Погнали. Так, надо вот здесь стоять. И по-любому я кого-то буду убивать. По-любасу. У меня дистанция, кстати, очень большая. Он взял уже. Так, а здесь кто-то есть? Никого. Ой, я видел штатуйки. Ну, никто не умирает, вы чё, гони? О, есть, отлично. Отлично. О, собаки Луна. Ух ты. Зря ты ко мне полез. Это была и точка? Не-не-не. О, не? Зря я туда полез. Я слышу, они топают, они прям все ближе и ближе. Опа, один есть. А, да ладно! Я убил. Я убил, еще одного убил. Не надо ко мне лезть, вы видите, очень напряженный момент. Я должен убить шкатулку лично сам. А, да Дима, ты чита. Все, пацан, я выиграл. Нет. А вот еще, ну давай, иди сюда, щенакелла. Я убит. Как? Ну что, пацаны, я победитель этого раунда. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Подпишитесь на канал.